всем привет. Не получилось у меня закончить фильм. Забрали лодку раньше. От А до Я. Получился как бы он без концовки. Но это ладно. Сейчас я стою на переволоке, где жила семья Рочевых. Они занимались перевозом купцов Северодвинского водораздела в Печорский. Сейчас хочу вам показать лиственницу. Про нее говорят, что там наверху коммунисты вырезали звезду. На самом. Мы к ней подойдем, этой лиственнице. Я там поснимаю. Хочу отсюда вам ее показать. Вот она. Холодновато на улице. Сейчас я подойду туда поближе. Сейчас хочу сделать общий обзор речечки, чтобы вы видели, в какой красоте я нахожусь. Осень. Осинка попадала уже вся. Березка еще держится. На листвике еще все. Все корма лежат для глухариков. И вот наша лиственница. Сейчас я пойду. Покажу, какая она в объеме. Вот, ребят, какая она в объеме. Лиственница. У меня рост 1,70 м. Гвоздь сбит. Вот она, легендарная лиственница переволока. Стараюсь сейчас показать вверх. Вот. Сейчас бы глухарик сюда сел. Вот это был бы кадр. Красота. Ну, Тимошка у меня носится. Собачонок. Все играется. Молодец. Но завтра мы собираемся отсюда пойти на тот водораздел. Сегодня пока здесь разведку проведем боем. Сейчас схожу на перекресток, покажу вам, объясню. Вот сейчас вот сюда вот идти, здесь дорога. Там дальше будет перекресток, развилка. Вот тут вполне нормальная лесная дорожка. Думаю, любой там квадрик, машина, внедорожничек пройдет здесь аккуратно. Но местами попадаются болотины. Сюда люди ездят на машинах. Видно, нарыты там следы. Вот я оттуда зашел. Вот он, переволок, вон речка. Видно. Иду дальше, до перекрестка. Там вам покажу развилку. Туда на Волок. Завтра пойдем. Завтра будет, думаю, более подробный репортажик. Скорее всего, придется из нескольких частей монтировать. Тут есть что поснимать. Поэтому буду снимать. Подъем я не стал снимать. Дождь, ливень. Вообще невозможно ехать. Приехали в темноту. Под фонариками разгружались. Было не до съемок. Все как бы экстремально больно. Жалко. Было оборудование, можно было загубить. Приходилось и шестом толкаться. Суеты в лодке много было. Ну вот, иду я. Классно вообще, тишина такая. Четко. Это вот осенняя тишина. Ветра нет. Собачка бегает где-то, смотри. Такой диапазон, вроде маленький песик. А что себе позволяет? Молодец. Молодец. Вот тоже. Это 11 августа ко мне с утра приклеился. И вот мы уже так сдружились, уже вся семья его любит. Кусочек счастья нам привалился. Вот я с собой его взял. Так-то он, конечно, гладкошерстный. Подшерстка нету. Но мы ему сделаем потом камуфляжную такую одежку. Патронтаж навесим.
такого монстра охотника с него сделаем. Красота будет. Ладно, пока. Остановимся. Дальше до перекрестка. Вот, ребят, хочу показать. Видно следы. Вот, свежие. Кто-то на квадрике, что ли, пролетел. Гоняют люди здесь. Вот по лесным дорогам это же одно удовольствие. Представляю, сколько адреналина у них. Классно. С удовольствием бы тоже так поездил. Но мы пока и пешком неплохо ходим. Вот он уже, перекресток. Вот, выхожу на перекресточек. Вот прямо, это туда на Волок. Там еще есть развилки. Туда это вот Ченеворик, Кузьпажу. Дорожка пошла. Классно тут движение. Вот она. Там озерцо есть, попадается по дорожке. Тоже так места красивые. Глухарей там много. Сосновый бор. Шикарный такой. Сосновый бор. Глухариков там поднимал. Зимой. Вот мы туда завтра пойдем. Вот здесь вот. Вот я отсюда пришел, с стороны речки. Вот эта вот дорога как бы идет немножко вдоль речки. По ней можно выйти и дойти практически до меня, до поляны. И все будешь идти как бы по дороге. Сильно не напрягаясь по тропинке. Всяких болот. Чистенько. Но там вот рябчики есть. Вот тут прямо. Сейчас я думаю туда прогуляться, посмотреть рябчиков. Пока Санька, напарник у меня, своими делами занимается. Сегодня вечером покажу вам, где мы обосновались. Здесь костерок запалим. Покажу вам избушку, в которой мы остановились. Сейчас сходим, посмотрим, может, рябчики. Что там мой Тимофей, Тимошка. О, Рекс. Молодец, бегает вообще. Молодец, молодец. По лесу. Под ногами не путается. Даже там вот не в сосновом, в ельнике, и то забегает. Молодец. Смотрим пока сюда рябчиков. Хорошо осень. Классно здесь. Вообще четко. Рябчики не взлетели. Сейчас полный штиль. Вчера мы поднимались, просто беда. Просто беда. Последние, не знаю, сколько километров мы ехали в полной темноте. Вообще. Еле доехали. Одну избушку так по берегу не нашли. Думаю, не будем крутиться. Поехали. Поселились в старенькой избушечке. Но она такая тепленькая, хорошая избушечка. Я вам обзорчик сейчас покажу. Сделаю его. Конечно, она уже старенькая. Долго там уже люди не живут. Иду я назад. Разведочка вроде прошла. Все нормально. Сегодня уже будем домашними делами заниматься. Заготовкой дровишек. Всего остального. До конца. А завтра уже пойдем в поход. За новыми впечатлениями. Я туда ни разу не ходил. Первый раз в жизни пойду. Поэтому давно хотел это сделать. Узнать все. Так что будем вместе, ребят, познавать. Смотрите. Спрашивайте, что не ясно. Комментируйте. Ставьте класс. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много-много интересного. Здесь есть что посмотреть. Подхожу к переволоку, к поляне, где дома стояли. Рочевых. История нашего района. У них тут было поселение. Рассказывают. Приезжали к ихнему
старцу ружье дарили. Ну, социалисты, коммунисты потихонечку посылали людей, налаживали контакт. Так, да. Про купца я вам уже рассказывал, Степан Коныр. Есть у меня ролик, там по перекату едем. Был такой купец, рассказывает. Сейчас я уже к речке выхожу. Его сюда перетащили. Они тут пушнину обменивались, бартер, патроны, соль, все, что нужно для жизни, брали. Вот она, лиственничка. Вот сзади меня, с которой мы уже снимались. Я подошел. Нормально. Подхожу вот на полянку. Красивые здесь места. Осень вообще такая вот. Дождливая, конечно, вчера дождь лил. Морось такая. Бывало, правда, пару раз, но ничего. Сильно не промокли, но вот стемнело рано. Мы не смогли просто реально ехать. Вот дорожка. Крест, который с речки все время. Когда поднимаемся, наблюдаем. Тоже у меня там видео есть. В прошлый раз мы ездили с Санькой. Что-то Санек не отвлекается у меня. Потерялся парень. С медведем, наверное, там уже жгут. Мама, не горюй. Тимошка пока никого не лает. Странно, куда он делся. Вот она, речушечка наша. Рисовалась. Завтра туда сходим. Санька ходил, говорит, там вот такая, она глубокая. Маленькая, но глубокая. Первый раз в жизни пойду. И вас туда свожу. Посмотрите, как там дела обстоят. Классно. Санька нету, а Мезофей здесь. Пакет. Возможно, его кто-то уже жрет. Сань! О, чавкает еще, живой, ёшкин кот. Вот мы тут, вот он наверху, сама поляна, а тут вниз. Вот там у них кладбище, на кладбище я не пойду, ребят. Не хочу нарушать их покой. Своим присутствием. Это место святое для них. Не надо туда лезть, я считаю. Даже снимать. Даже для вас. Так что смотрите. То, что снимаю здесь. Уже делюсь их историей. Без их ведома. Короче, Санька остается. Часика на два мы решили. Своими делами позанимается. А мы сейчас пойдем в избушечку. Думаю, и приготовим борщичок. Горяченькое надо кушать. Так что я пока в избе по хозяйству пойду. Сейчас в гору переть. Туда хорошо, на спуск шли. Сейчас все в гору. Вот это там кладбище. Мы вот так вот пройдем, я не буду показывать. Вот речечка. Красота здесь. Горельник был. Я вот, кстати, упустил, какой-то год было. Вот нижний горел. Пока стоят. Но сосна не елка, она подольше стоит. У нее вглубь корень уходит. Елочка бы уже попадала. Тут красиво очень. Вот я свернул к избушечке. Вот тут дальше дорога идет. Я, конечно, оператор еще тот, но постараюсь вам передать немножко красоты. А главное, тишина. Тишина полностью. Ну, меня ждет борщец. Борщец. Будем готовить борщец. Вот я спускаюсь к избушечке. Крутая горочка тут.
Сейчас пойду на ручей. Там ручей сказочный. Он не текет здесь, он прямо из земли выходит. Очень красиво здесь. Место такое. Вот она, берлога, в которой мы обосновались с Саньком. Вчера ночью под фонариками здесь разгрузились. Сегодня уже дровишки тут заготовили. Беседка тут была такая здоровая, но она уже давно упала. Вот ее, походу, на дрова потихонечку распиливают. Мы уже свет провели. Сегодня у нас тут прожектор будет. Внутри все, станцию там поставили. Все нормально. Сейчас посмотрю. Не помню, капусточку взял. То борщец. Не борщец, значит, супец сделаем. Все равно горяченького надо. А так тут нормально. Избушечка. Все как бы есть. Жара, мы натопили, все сохнет. Сейчас у меня плиточку зажгу, потихонечку схожу, водичку наберу на ручей. Ручей обязательно вам сниму. Очень красивый ручей. Таких мало. Вот, ребята, банька здесь. Но она старенькая, неладная. А вот ручеечек, про который я вам говорил. Он как сказочный. Здесь все, мох порос. Все шатко так, хлюпко. Как в сказке. И вот он оттуда вот, в самом начале. Выходит прямо из земли. Больше его нету. Все правильно я показываю. Вот здесь вот. Сейчас я подойду туда ближе. Вот он. Бежит, с той стороны бежит. Красивый. Тимоша, вылезь, замерзнешь. Ледяная вода. Просто ледяная. Тут долго так подходить. Я потом, наверное, с горы сверху оттуда сниму, с избушки. Вот, ребят, начистил картошечки. Сейчас водичка закипит. Все, бурлит, чайничек поставил. Зажарочку сделаем, морковочки с лучком почистил. Так. Тут, конечно, вам хочу сказать, свалка. Люди свиньи. Свиньи. В какой-то момент было больше, кстати, кто-то убрал, хорошо все прибрали. Сейчас все смотрю заново опять. Здесь была еще скамейка легендарная. Сейчас я ее не вижу. Наверное, вытащили. Там была выгорывлена. Ее с поселка со старого, видать, привезли. Там была фамилия Заволожин. И.Г. Так и не понял я. Дед у меня Иван. А отчество надо у бати спросить. Вот ее сейчас этой скамеечки нету. Не видно. Все разрушили. Ну, упала она с старости. Все перекосило. Сейчас вот ручеек, давайте вам покажу, пока вода кипит. Делать нечего. Вот он, видите, появляется. Сейчас я... Это я сверху залез, получается, вот, от избы. Вот сюда. Вот он прямо с земли выходит. Знаете, не поленюсь, хожу. Ради этих кадров. Чуть не грохнулся. Вот, видите? Вот он. Здесь его нету. Вот он начинается. Течет, течет, течет. Здесь нарастает просто. Там оно вообще сильно. И пошел. Красота. Вот зажарочка делается. Морковку с лучком обжарил. Сейчас тушеночку туда. И будет такой наш супец. Очень даже вкусненький. Санька придет.
с удовольствием похлебаем горяченького. Горяченькое надо делать всегда, пацаны. Вся эта сухомятка, все это хорошо. Но если это делать регулярно, часто выезжать в лес, то желудочек испортится. А горяченькое надо всегда. Вот оттуда скоро санчело придет. Будем ждать. О, что-то хрустнуло там. Лес красивый. На той стороне вот эти пещеры начинаются. Такие каменные. До Переволоцкой скалы. Хотел я сделать его на обзорчик, залезть наверх. Но ситуация такая, что нам туда нельзя. Произошло непредвиденное обстоятельство. Очень все серьезно. Может быть, потом и расскажу. Сейчас пока не буду ничего об этом говорить. Но вот судьба нас затолкнула, что мы будем здесь. Здесь до меня не поднялись мы, потому что не можем туда проехать. Есть на то очень веские причины. Все, покушали мы, санчело пришел. Супчик понравился ему. Вот, костерчик растопил. Скоро темнеть начнет вокруг. Немножко тут пильнули дровишек. От этой с веранды сверху были полочки. Я хочу показать, как их крестом. Кресты поели. На них соль стояла. А птичкам соль нужна. И они ее прямо оттуда выклевывали. Как шкуркой обработана. Тимошка что-то гавкает, что-то ему не нравится. Кто-то его беспокоит. Что случилось, Тим? Ой, что такое? Что такое? Собака. Что случилось? Да ты что? Да ты что? Вот там. Ой. Вот, вот. Все, медведь идет. Тимка отрабатывается. Молодец. Собака. Что, стемнеет, продолжим немножко показывать, как мы живем. Но сегодня у нас такой разведывательный день прошел. Скромненько. Ну, что для вас материальчик снял небольшой. А так пока ничего особого. Завтра вот пойдем в другой водораздел. И все будет, думаю, намного интереснее. Сегодня еще вечер поснимаем немножко, как мы сидим, отдыхаем. Живем спокойненько. Луча зажгем в темноте, все это красиво. У костерка посидим. Костерок — это вещь. Вечерком будет еще лучше. Вот уже свечерело, парни. Вот Санчок там вошкается по своим делам. Тимоха. Все, уже вечер. Тимоха разоряется, Тимоша. Тима, иди сюда. Эй, пацанчик маленький, иди сюда. Молодец. Не поймешь, что это такое вообще. Смотрите, ребят, в следующем видео. Поход на Волок. Поле такое. Много нового. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Смотрите видео. Как туда пойдем? Вязко.